Мэтра, Валанье, закупаться к Новому году. Вот, сейчас мы будем рассказывать про цены здесь, про ассортимент продукции. Здесь наверняка много импортных товаров, поэтому обо всем по порядку. Залипли на технике, да? На технике и на тетрадке. Так, нам нужна еще швабра. Ищем швабру. Тысяча рублей за алюминиевую швабру. А сколько килограмм стоит? Цены на замороженные. Я не смогу штаны держать и это все держать. Давай, я тогда. Итак, здесь, конечно, большой выбор сыров. Но здесь очень холодно. 9 градусов, да. Давай, пармезан, хочешь? Он твердый очень. Да, но он классный очень. Почем? Маленький, давай возьмем. Да. 115 лир за килограмм, то есть получается... Здесь 37 за 200 грамм. 1150 за килограмм, дорого. Можно несколько взять, вот смотри, по 10. 200 грамм. По 11. Плесень, ну это вообще датский, да? Датский сыр.
1140 за килограмм. Очень дорогой сыр, конечно. Дальше смотрим. Вот это что? Гауда. 52. Гауда, да, 62 за килограмм. В принципе, нормально. 200 грамм. Ань. Так, или вот это. Вот что за сыр? Смотри. Тоненький вообще кусочек. Это... тоже гауда, это все гауда. А, 99 стоит лир. 1000 рублей. Пармезан. Давай два вида сыра возьмем. Да, 91, 99. Так, мясные полуфабрикаты по-быстрому покажем. Это все очень дорого, колбаса очень дорогая. Найдем ли мы здесь испанский хамон? Алкоголичка. Давай. Белое вино возьмем, да, к морепродуктам? Нужно белое вино. Вот почему? Я бы испанское белое взял. Это похоже на турецкое, да? Итальянское красное. Больше 1000 рублей. 93 лиры. 159 лир. Дорого. Цены огонь на импортные вина. Вот смотри. 179. 129. А почему два ценника? Вот это? Два ценника. 129, и это, наверное, по карте 129. А так-то 73. Да ладно. Желтые ценники. У нас нету карты. Не может такое. Почему карта нет? Сказать, все, что мы до этого взяли, оно будет нам гораздо дороже. Я не знаю, по каким ценникам ты смотрела. Да, цены кусаются, конечно. Местное вино дешевле заметно. Смотрим итальянские вина, значит. 49, и по-русски все написано: Шато Тамань, Легате. Все, из России, что ли, привезли? Вот, смотри, Ань. Ань, да. Это русское вино. В смысле русское? Ну, написано Италия, а стоит русское вино, короче, Тамань. Краснодарский край? Да, с Таманского полуострова, да. Смотри, Санторини. Санторини. Ну, 253 лиры, 2500. Блин, даже российское вино стоит под флагом Италии, стоит очень дорого. Очень. Рекомендовали нам вот это турецкое вино местные эксперты. 18 год, 69 лир. Мы поняли, то есть вот эта цена за литр, или за килограмм, да, если это какой-то продукт. А вот эта цена уже за объем 750. То есть это не по карте. Это хорошее белое вино. Там, где вот Антре. Такие вот ценнички, видишь, красно. Это значит распродажа в этом магазине в метро. Ага. Вот это я рекомендую, говорит, хорошее. Давай возьмем, попробуем. Вот. Оно будет стоить 69. Ну, отлично, 690 рублей. Турецкий. Да, давай возьмем, попробуем. Thank you. Thank you. Вот это. Да, вот эта вот наклейка означает, что говоришь? Ну, награду получала это вино. Вино получило награду. В этом году, да? В 2020. Да. Ну, да. Сейчас
На Новый год будем пробовать. Пиво смотрим. Давай по бутылочкам цены сначала заценим. Какие тут? 35. За бутылку, да? 350. О, Бамберг. Я вспомню что-то знакомое. Бамберг? Да, папа, кажется, да, потом. Я в Германии, да. Поэтому цена 35. Пиво здесь тоже дорогое. Бэкс 12. Да ну в Кэррифур дешевле. Действительно там дешевле. Не в Мигросе, в Кэррифур. Вот в Кэррифур оно 9,5, а здесь 9,99. Не, я думаю, там тоже лучше пиво взять. Аккуратнее, а то не расплатимся. Джеймсон. 179 лир. Китай нормальный метр, более-менее. Нет, да? Варенье по 5 килограмм. Почем? 9,95. Вот 100% яблочный. 5,95, 60 рублей. Еще из вот этой, это ежевик, по-моему. Тоже вот 100%. Ну, они как компота, наверное. Наверное, это вот. Орехи кешью у нас получается 1140 за килограмм. А ну да, вот этот пакет 1140. Да как у нас в Ашане. В общем, орехи дороже, чем на рынке. Да, лучше все это на рынке лучше брать. Я это, честно, даже не знаю, что кроме импортных сыров и вина брать в метро здесь. Потому что все дороже. Вот, нам сказали, что это за напиток. Это напиток похож на наш рассол, но он с перцем. Сказали, с утра после праздника очень хорошо освежает. Но нам это не надо, мы сейчас это брать не будем. Стоит всего 60 рублей на наши деньги. Бритвы, насадки мне нужны. 1360 за 4 штуки.
подошли в небольшой раздел. Ага. Кемпинг, когда, да? Когда все люди все для Нового года покупают, мы в кемпинге одни. Не, ну кто-то здесь был. Цветочки декоративные. Коврики. О, слушай. Коврики. Почем? А, 39. 390 рублей, нормально. Мне нравятся такие дачные. Можешь взять для занятий? Да нет, ну не такие. Ну вообще да. Так. Так, а это что такое? Да? Хлопковое одеяло, да, за 500, но оно тоже не сильно плотное. Оно не очень тяжелое. Костюм Деда Мороза. Нарядишься? Не, я в том году был Дедом Морозом в Китае. Смотри, Ноэль Баба, да? Ноэль Баба костюм, да. Ноэль Баба. Дед Мороз по-турецки. Это я снимала, поснимаю вот эти. Да, пойдем. Почти ничего не купили. Мы взяли огроменную корзину, чтобы купить два бокала, вино, набор для бритья, два сыра, нож хороший. Резко. Да. Офигеть. Ну, в общем, так, какой мы можем подвести итог похода в Метро? Мы потратили 2000 и ничего не купили. Потратили, да, в рублях 2000, почти там 1900, да? Но купили только вино, два вида сыра, два бокала, там лопаточку деревянную. И набор для бритья. Теперь. Набор для бритья, самый дешевый там какой-то. 2000. В Метро очень высокие цены, конечно. Да, высокие. И в местных небольших супермаркетах гораздо выгоднее. Да, поэтому основную часть продуктов на Новый год, свежайших, мы будем покупать на рынке. И в маленьких магазинах, в маленьких супермаркетах. Это Щек, А101 и Бим, да? Careful. А, и Careful, да. У нас такого не продают, да? А Hyundai Kona новый. Классно выглядит. Вообще огонь. Давайте я вам покажу его сзади. Там класс, да? Я бы купил, если честно.
Вот так вот. Нормальные машины у нас в России перестали продавать. Класс, да?